Всем привет. Сегодня поговорим о проблеме, как убрать из Windows только что, допустим, вы поставили и видите такое вот сообщение: Some settings are managed by your organization. То есть, если переводить на русский язык, некоторые настройки управляется вашей организацией. Вы эту запись видеть не хотите. Я тут по сети поискал, много чего было, но вот нашел одно такое вот коротенькое видео, где был дан список команд. Этот список команд я положу также под видеоролик, чтобы вы всегда могли его посмотреть. Вот. И как результат, вот покажу, что мне, значит, удалось. Значит, вот идете в систему. Домой. Вот, апдейт. Вот видите, в результате, значит, выполнения всех этих команд в терминале, я, значит, вот убрал это надоедливое сообщение, которое, честно говоря, не знаю, ну, скажем так, напрягало. Вот таким вот образом. Значит, сообщение мое, как видите, очень такое вот коротенькое относительно винды. Ну, там при переустановке, там при настройке, там всякое, что встречается. Ну вот, можете, как говорится, все это дело иметь в виду. И, значит, вот я приведу, значит, еще видеоролик вот этот вот. Вот он так вот все это дело выглядит. Значит, ну что, вот если под этим видеороликом, то увидите то же самое. Hello guys and welcome to TechBased. In this video I'm going to show you a very quick fix to the some settings are managed by your organization. В терминале их выполняете одну за другой. И, как говорится, будет вам счастье. Ну вот, сообщение такое вот у меня получилось коротенькое. Но желаю вам, как говорится, удачи. Как добраться до него? Ну, вот, сейчас покажу. Если на клавиатуре вы нажмете на комбинацию клавиш Windows R, то попадете вот сюда. И здесь, значит, наберете просто три такие буковки. C, M, D. Нажмете ОК. И вот вы уже оказались в терминале. Ну, а уже, значит, из терминала, пожалуйста, значит, одну за одной вставляете все эти вот друг за дружкой команды, нажимаете Enter, потом компьютер перезагрузите, и будет вам, как говорится, счастье. Ну ладно, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.